Зато я хорошо знаю представителей нашего шоу-бизнеса, и мне кажется, что многие из них также заслуживают дворянских титулов, Тин. Я не знаю, почему в данном контексте ты решила наградить их дворянскими титулами. Я знаю, что один из них часто бывает вооружен, потому что я знаю, что только у него на нашей эстраде водится черный пистолет, а другая слывет роковой красавицей. Драматическая актриса Алика Смехова, которая не побоялась взять в руки черный пистолет Михаила Шуфутинского. Таким образом, сегодня они дебютируют в дуэте. Алика Смехова и Михаил Шуфутинский. Настоящая аристократическая пара. Встречайте! Рваными кулаками облака плывут над нами, им куда спешить? Нам как будто тоже стала жизнь гораздо строже огоньком свечи. Огоньком свечи. Меж понятий ложных, кто кому и сколько должен, что ж людей смешить? Ничего не надо говорить, одна бравада, лучше помолчи. Наши с тобой попробовала, не всегда дорога была, а что было доброго от этой суеты? Этой суеты. Если чем и рад, потом обкрадывала, а всего-то надо было капля теплоты. Жизнь, она воровка, у нее набор уловок самых-самых злых. Только обнаружи то, что ты кому-то нужен. Без тебя не жить, без тебя не жить. Сразу опасайся, наперед остерегайся, жди удар под дых. Только ты привыкнешь, поспешит черту. С тобой попробовала, не всегда дорога была, а что было доброго от этой суеты? Если чем и радовала, то потом обкрадывала, а всего-то надо было. Наши с тобой попробовала, не всегда дорога была, а что было доброго от этой суеты? Этой суеты. Если чем и радовала, то потом обкрадывала, а всего-то надо было капля теплоты. Вот у вас здесь, мы все видели, было тоже прекрасное трио. Мне даже это трио напомнило нас с тобой, Тина, и Татьяну, конечно.
красотой этой прекрасной женщины. Боже мой, какое хоть со зрением, они были решили... в черном. Где мы, где они, посмотри. Ну да, мы с тобой, конечно, сегодня. Два костюма самокопарыша, они прекрасны, конечно. Но все-таки, я кто думаю, эти женщины? Я невероятно сегодня выглядите. Не слушайте, спасибо, мы пытались нарваться на комплименты. Кто были эти женщины и почему вам понадобился бэк-вокал? Это наша родственница просто, Миш, извини, я открою тайну. И последний вопрос, Тина, молчи. Вот эти прекрасные бриллианты, эти прекрасные топазы. Я сразу, я сразу скажу. Аквамарины, я даже не знаю, что это. Это подарил Михаил в честь вашего первого выступления, я надеюсь. А что бы ты хотела услышать, конечно? Конечно же, да! Алика, снимайте скорее и одевайте на Ксению. Она на это намекает. Ни за что. Нет, идите. Знаете, к нам в бар. Мы тоже хотим вблизи на это посмотреть. Мои, пока вы со своими бриллиантами, с вас их не сняли. Вы в своем роскошном костюме. Просто береженого Бог бережет. Пиджак идите глаза прекрасен, мои. Кстати, Михаил. Идите, спасибо. Михаил. Два пиджака, Ксения. По-моему, это большое. Слишком. Татьяна, если вы снимете с Алики сережки, я в доле. Ксения, я такими... Это не мой метод. Алика. Конечно, девочки, я теперь поняла, почему вы так долго рассматривали и спрашивали про ее драгоценность. Мне кажется, это подвески те самые из фильма, в котором ваш папа... Оставим, Татьяна, оставим, оставим. Кстати, папа знает, с кем вы сегодня? Где вы? Это папина была вообще инициатива, на самом деле. Да, конечно. Ну, правда, зачем расскажи. Ты все про нас рассказываешь? Есть некоторые маленькие секреты, которые мы не будем открывать. Как бы... Чем больше мы здесь будем, тем больше секретов мы будем открывать. Прекрасно. На сегодня хватит. Мне вообще кажется, что Михаил Шафутинский похож на Атоса, Портоса и Д'Артаньяна одновременно. Ну да. Ксюша, а ты похожа на Миледи. Но спасибо. У нее таких подвесок еще пока нету. Михаил, понравилась ли вам Алика в качестве певицы, да, не в качестве женщины, как сейчас подумала я? Ну, она невероятно яркая и невероятно трепетно поет очень, чувственно. Она настоящая актриса. Она не певица, не должна быть ей. Она поющая актриса. По человеческим качествам как бы мы не будем сейчас ничего обсуждать, потому что если бы по человеческим качествам мне бы что-то не нравилось, мы бы вместе никак бы вот здесь не были. Прекрасно, да? Спасибо, вот это откровенно, действительно. Алика, вы давно знакомы с Михаилом? Мы с Михаилом давно. А вы? Давно ли знакомы с Михаилом, Татьяна? У меня тоже есть один Михаил, мы тоже с ним давно знакомы. Но, конечно, ваш дуэт... Мы с Михаилом ничто по сравнению с тем, что вы показали нам сегодня. И, наверное, давайте уже послушаем мнение членов жюри. Тань, начни с Игоря Яковлевича. Вот чувствую, что поставит десятку. Ну хорошо, ты говоришь, что он поставит десятку. Я ставлю 10 против 10, что он поставит десятку. С кем ты ставишь? Вот вопрос. Конечно, с Ксенией, она всегда в доле. Игорь Яковлевич. Так, меня прошу не к себе, вот к вашим спорам не приобщать. Я за Юрия Николаева. Вот он точно поставит 10. А послушаем мы все-таки Игоря Яковлевича. Замечательно, что вообще есть певцы, для которых живое и стройное исполнение на сцене – это не просто эпизод, а норма жизни и существования на сцене. Это Михаил Шафутинский. И, конечно же, сегодня... Алика его украсила и как певица, и как женщина, и как женщина с подвесками. Так что, конечно, 10. Спасибо. Что я говорила, спасибо, Игорь крутой, 10 баллов. Ставлю очки Григория Лепса на то, что Юрий Николаев поставит 10 баллов. И пиджачок, Ксюша, и пиджачок тоже. Пиджачок я пока придержу. Юра, ты, пожалуйста, поаккуратнее, потому что у тебя тоже есть очки и пиджак. Значит, Ксении нужно держать ухо востро. Юрий Николаев, слушаем ваши оценки. Я знал, что это будет блестяще. Это хорошо. Я мог бы поставить оценку ниже, так, чтобы внести интригу. Да. Но зачем? Конечно, 10 баллов. Конечно, 10 баллов. Браво! Очки остаются у меня. Андрей Малахов, внимательно слушаем ваши оценки. Сегодня это было великолепно. Я, безусловно, ставлю 10 баллов. И мы с удовольствием послушаем, наконец-то, Игоря Матвиенко. Согласен с вами, коллегами, 10 баллов. Прекрасно, спасибо. Спасибо большое. Блестяще! 40 баллов на проекте «Две звезды». Это уже второй высший балл. С нами сейчас выйдет любимица Андрея Малахова. Знаешь,